привет, мои дорогие! В этом видео, как вы поняли уже по названию, я хочу вам показать мои любимые продукты с сайта Herb. Вы знаете, я там заказываю постоянно. Вот, и это будут продукты, именно которые я заказываю не первый раз, без которых наша семья уже не может обходиться. Девочки, я хочу отметить, что я там не рекламирую, не пропагандирую этот сайт. Вот, просто по сравнению с нашими ценами российскими, когда я смотрю какой-то тот или иной продукт, который я хочу купить там, и сравниваю его здесь, то это, конечно, разница колоссальная, экономия огромная, учитывая, что доставка очень прилично стоит, и для тех, кто переживает, они улучшили свою доставку, сейчас посылки больше 3 недель не идут, последние, по крайней мере, полгода я такого не помню, даже на Новый год, да, 4 недели шли, но на Новый год обычно вообще по 2 месяца бывает посылки задерживаются. Вот, итак, начнем. Давайте по уходу за лицом и телом. Так, смотрите, вот это мой тоник любимый. Это розовая вода с алоэ вера. Очень обалденно тонизирует кожу, увлажняет, очищает, снимает усталость. Ну, в общем, очень-очень много здесь таких факторов. Кстати говоря, про нее писала на моем блоге. Пожалуйста, обязательно почитайте, если вы не видели эту статью. Потому что в одном видео это как бы не описать, не рассказать. Точнее, нужно снимать отдельное видео. Но лучше вот почитайте статью. Так, вот это рекомендуем. Дальше, масло органовое. С этим маслом у меня стала очень-очень хорошая кожа. Оно очень хорошо питает и увлажняет кожу. И я этим маслом и на глаза его наношу, и на лицо. Я стараюсь побыстрее, потому что тут много всего, и не хочу растягивать сильно это видео. Так, дальше. Масло ши с лимонным маслом и с маслом чайного дерева. Это просто бомба. По-другому я сказать не могу. Это обалденное масло. Оно пахнет невероятно после душа, когда вы его наносите. Вам просто, я не знаю, летать хочется мне самой. Если этот запах чувствует еще кто-то из вашей семьи, в общем, все будут довольны. Обалденное масло. Единственное, что пишут там в комментариях, вы, может быть, увидите в отзывах, что оно тяжело наносится. Да, оно действительно на такой густоватой консистенции, да. Его нужно вначале тоже взять в руки и растопить вот так вот в руках. Да, оно, конечно, не так наносится, как жидкие масла, немножко сложнее, но результат и эффект от этого масла стоит того. Так, дальше по уходу. Вот, открыла для себя тоже диски. Обалденные диски, очищающие для лица. Вот в этой баночке находятся внутри вот ватные диски. Пропитанные. Сейчас вам покажу. Вот они такие. Сейчас быстренько обратно. Эти диски на основе масла чайного дерева, и они содержат спиртовые добавки. Этими дисками не надо пользоваться каждый день ни в коем случае, смотря какая у вас кожа. 1-2 раза в неделю, если очень проблемная, то нужно 3. Мы с мужем вместе пользуемся, вот, особенно если вы где-то часто бываете в городе, транспорт, бывает, что этот диск вообще такой серый. Очень хорошо очищает, но не забудьте после этого обязательно увлажнить кожу тоником и, естественно, нанести крем, масло, вот чем вы пользуетесь, потому что, конечно, он посушивает, но очень хорошо очищает. И не забывайте зону декольте и шею. Вот это вот средство спасения для тех, у кого бывают акне. Очень хорошо выручает, даже если у вас вот еще начинается только воспаление, какой-то красненький прыщичек, который еще не созрел, сразу же вы его наносите вечером, и утром уже может ничего не быть. Вот, ну, главное вовремя. Но если у вас уже произошло, да, то, что он все-таки воспалился и еще какие-то проблемы, все равно он очень хорошо заживляет и очень быстро все проходит. И я с этим кремом, он гель, это не крем, а такой гель, решила, в общем-то, очень много проблем своих.
И очень он приятно пахнет на основе трав. Ну, видите, вот он такой зелененький, листик нарисован. То есть тоже никакой там химии вообще не содержится. Очень хорошо дезинфицирует и микробы вот убивает. Так, дальше масло какао. Ну, в общем, тоже, может быть, кто-то слышал. Очень классная вещь. Вот так вот я его выдвигаю. Вот, оно твердое. Пахнет шоколадкой. Я его использую. Вы очень хорошо на сухие участки. И также оно хорошо разглаживает морщины. Вот. И девушки, кому уже за 30, кому исполнилось 30, вы наверняка начинаете сталкиваться с такой проблемой, что на шее появляются какие-то морщинки. Вот зона декольте и глаза. Это первые места, где появляются морщинки. Как говорится, возраст женщины можно определить по рукам и шее. Вот, очень оно хорошо разглаживает, очень хорошо питает. В общем, все то, что я люблю. Я его наношу вот как бы этим стиком, такими движениями, потом рукой распространяю везде, можно на глаза, уже когда оно будет мягким, ну, растоплен, то есть таким вот сухим не надо на глаза наносить, потому что кожа будет растягиваться, растираться. Нужно именно когда оно уже растопилось на вашей коже, где-то здесь, там, может быть, вы руки будете мазать. Вот таким образом. Витамины, вот еще витамины для волос. Смотрите, я несколько витамин пробовала на Herb. Были дороже вот этих, но вот эти вот очень классные, в районе $9, если я не ошибаюсь, они стоят 60 здесь таблеток на 2 месяца. Они не только для волос, ногтей и кожи. Вот. Хорошая вещь, особенно кто страдает, немножко выпадают волосы. У девчонок, особенно у кого длинные волосы, эта проблема присутствует. Смотрите, у кого есть детки, вот такие вот витамины для детей. Ой, с этими витаминами дети не болеют. Вот мои точно. Потому они хорошо поддерживают иммунитет, но помимо всего, они не только как бы для того, чтобы не болеть, еще что-то, детский организм растет, и они очень хорошо поддерживают именно растущий организм для работы мозга. Детки, там, кто учится в школе, очень хорошо помогает. И здесь огромный плюс, что эти витамины рассчитаны от 6 месяцев возраста ребенка, да, до 12 лет. Для меня это вообще очень классно, потому что, кто знает, да, у меня возраст у детей 10 лет и 2 года. И все время вот это было разные витаминки, старшему одни, там младшему другие, вот это вот эти пачки везде валяются, забываешь постоянно, а хочется, нужно все-таки давать каждый день. Вот это вот классно, сразу даешь одному и другому, старший мне все время напоминает, он их очень любит. Такой как белый сиропчик сладенький. И плюс он говорит, что он прям чувствует, как он лучше учится с этими витаминками. Не знаю, может быть, это, конечно, и такое самовнушение, но эффект есть, что, по крайней мере, в зимний период с этими витаминами дети не болеют. И по учебе тоже. Так. А вот еще тоже, у кого есть детки, вот такие вот леденцы. Вот эта вот большая, огромная пачка, очень дешево стоит, кажется, в районе $7. Хватает очень надолго, и эти леденцы очень классные, тоже их маленькие можно давать, потому что тут ни одного химического какого-то компонента, ни Е, ни F, там, не знаю, вообще здесь такого нет. Здесь содержатся только натуральные соки и фруктоза для загустения, да, чтобы оно все-таки было, ну, твердый этот леденец. Вот, тут перечислены, да, какие фрукты, потому что они все разноцветненькие, в общем, очень классная вещь, и дети наши сейчас только такие вот конфетки сосут. Так, дальше тоже для детей, вот из этой серии Kids у них есть шампуни, для рук мыло, пена для ванны, в общем, разные, но вот эта серия очень-очень классные вещи, они пахнут такими леденцами, Бон-Пари, тоже очень хорошая вещь, и детки его обожают, любят, потому что он вкусно пахнет, приятный такой на ощупь. И из таких продуктовых
немножко продуктов. Это масло кокосовое, как вы знаете, которое я очень люблю. Без него вообще жить не могу. Я его и ем, и на волосы наношу, и на тело наношу. Вот, в общем, использую его и снаружи, и изнутри. Именно вот это масло, оно для еды подходит, и как бы, естественно, уже и для кожи. Обратите внимание, что это холодный отжим, cold press, 100% масло, и я рекомендую вот либо вот этой марки Nutiva, либо если вы хотите на Herbie, очень много просто масел, если вы хотите другой марки, смотрите, чтобы было холодный отжим, cold press должно быть написано, потому что при этом условии только сохраняются все полезные свойства. Потом мне очень нравится вот такую соль, заказываю, уже немножечко там осталось, это соль океаническая, здесь содержатся микроэлементы различные, которые способствуют хорошему пищеварению, усвоению пищи. Вот, в общем, совершенно это не вредная соль, и вкус у нее такой насыщенный, она немножко крупная, да, поэтому, если вы будете заказывать, смотрите, не пересолите. Еще я очень люблю нектар агавы. Я его добавляю в кашу. Вот, кстати, в кашу мою овсяную, я именно овсяную я, да, делаю по утрам, я добавляю ложку кокосового масла и 2 ложки нектара агавы столовой, потому что оно не очень сладкое. Либо его можно еще добавлять в различные коктейли, что-то вот, в общем, вы делаете. Если вы там фруктовые, молочные какие-то коктейли делаете, вот нектар агавы очень хорошо будет. И часто в посылке остаются какие-то граммы до полной посылки, да, до полной коробочки, и я их стараюсь чем-то заполнить, чтобы место не пропадало, так сказать, и заказываю, например, такие бальзамы для губ. Вот этот Kiss My Face рекомендую вам, особенно летом. Он с солнцезащитным фактором 15. Вот этот вот ванильный бальзам для губ очень-очень приятный. Я его на ночь всегда наношу, потому что у него какая-то такая мягкая консистенция, очень, в общем, приятная. И еще, если вы не знаете, на этом сайте можно заказывать 1 пробник бесплатный. И как-то я брала в пробник вот такую вот мазь, Be Magic называется. У меня на данный момент только пробник. Здесь в составе одни масла и немножко меда. Вот, и я собираюсь заказать полную версию, просто хочу вам тоже порекомендовать в этом видео. Я в восторге от этого масла, очень-очень оно классное. Вот сейчас зимой обветривается кожа, какие-то сухие участки у нас на руках часто бывают, там, вы знаете, после мытья посуды, какие-то потрескивания, шелушения, спасает просто за одну ночь. И проблем у вас больше нет. Вот, девочки, надеюсь, я ничего не забыла. Все равно у меня такое присутствует ощущение, что то-то я про какой-то продукт я забыла рассказать. И если такое будет, то я буду делать 2-е видео. Оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии, расскажите, полезно ли вам это было, понравилось, может, вы хотите еще что-то узнать. И спасибо за просмотр. Всем пока и целую.